Одна из сложнейших дисциплин. И вот сейчас будем готовиться к выполнению упражнения участника из кривого рога. Была дана команда, и у нее пошло 75 секунд лимит времени. Есть одно поднятие. Здесь, конечно, очень важно следить за техникой выполнения упражнения. Есть второе поднятие. Очень важно следить за техникой, иначе судья просто не засчитает поднятие. Друзья, мы поддержим, в конце концов. Парень справляется. И это ни много ни мало, 70 килограммов. Есть очередной поднятие. Только посмотрите, хороший темп, просто великолепный темп. И время, итак, друзья, отличный результат у Романа Сирманова. 6 поднятий зафиксировала судья Нина Герин, ну а я приглашаю Ярослава Апалько.